на Народном совете. Вернее, проголосуем, донесу я сейчас, но голосование и обсуждение прошу сейчас не обсуждать, не поднимать. То есть я просто их сейчас оглашаю. Голосование, потом обсуждение голосования пройдет в закрытом формате, без прессы. Для прессы потом только лишь будет вынесено уже решение, то есть принято решение по всем пяти пунктам. Итак, первый пункт – это о необходимости создать совместные патрули по городу, ну, совместные с милицией и ГАИ. Дело в том, что участились там случаи, получается, преступления, которые могут, ну, это провокативный, скажем так, имеет характер, могут это пасть обвинение в нашу сторону, поэтому было принято, ну, скажем так, вынести на рассмотрение. Второй пункт – это освобождение высотки и переселение в большой зал и создание политпросвещения с возможностью защиты от шума, а также создание совместной дружины для охраны зданий. Третий пункт – это создание рабочей группы по подготовке к референдуму. Группа совместно с нами и с членами областного совета. Четвертый вопрос – это проведение сессии совместно с рабочей группой. И пятый вопрос – это амнистия полная. Значит, вот такие вопросы были подняты. Голосование пройдет в закрытом формате, как я сказал, потом решение по ним будет объявлено уже для прессы. Итак, второй момент, который хотелось бы обсудить с сегодняшнего дня, мы объявляем о создании в Донецкой Народной Республике Народной Армии. И начало ее, начинаем ее создание. Командующим назначается Николай Кизянов Игорь. Можете несколько слов? Предлагается кандидатура, да, для выборов сейчас от Харизана Игоря. Здравствуйте. Я предлагаю всем активным участникам вступить в Донецкую Народную Армию Донецкой Народной Республики. Будет проводиться регистрация.